Год назад 17 региональных институтов повышения квалификации Казахстана объединились в акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации работников образования ОРЛЕУ», где проводится единая кадровая, методологическая и методическая политика в реализации государственной программы повышения качества образования. В Караганде состоялся первый республиканский форум, на который представители образования оценивали эффективность системы повышения квалификации. Наши корреспонденты с места события. Решение задач, которые выдвигает государственная программа по повышению качества образования в Республике Казахстан, опирается прежде всего на современного педагога с новыми научными знаниями и навыками. И, конечно, сегодня повышение заработной платы учителей напрямую зависит от квалификации, а это, в свою очередь, подразумевает получение сертификата о прохождении курсов повышения квалификации. Причем, согласно кембриджской программе, его получить не так-то просто. Формализм исключен полностью. 3 месяца обучения для учителей заканчиваются квалификационным экзаменом, который оценивается Кембриджским научным советом. Сюда входит анализ тестирования, подготовка портфолио и различные отчеты. Технология, скажем, сложная, но интересная. Именно поэтому окончившим многоуровневые курсы сертификаты выдаются только через 3 месяца. Система образования сегодня напрямую зависит от качественных знаний и умений педагога. Курсы, как известно, с 2012 года у нас проводятся по новой системе. Это уровневые курсы. Уже на сегодняшний день более 8 тысяч учителей по стране уже прошли эти курсы. И, естественно, ожидаемый результат по этим курсам повысится качество именно преподавания учителей в среднем звене. Повышение заработной платы, повышение качества образования будет проходить через повышение курсов квалификации. На наших заседаниях будет обсуждаться вопрос совершенствования этих курсов, определение дальнейшей траектории, определение проблемных зон. Перед участниками семинара-совещания стоят серьезные задачи – определение путей профессионального роста отечественного педагога и актуализации современных задач системы повышения квалификации учителей. Как основной стимул – надбавка к зарплате за прохождение многоуровневых курсов. 3-й уровень – 30%, 2-й уровень – 70% и 1-й уровень – 100% повышение заработной платы. За 5-летний период подобные курсы должен пройти каждый педагог. Сегодня мы хотим вместе с коллегами с регионов, это директора институтов, заведующие кафедрами, методисты, значит, управления образования, сертифицированные учителя кембриджской программы, мы хотим обсудить, какой должен быть преподаватель, который будет в дальнейшем учить учителей. Принципиальная особенность сегодняшнего этапа – институты обязаны по поручению главы государства отслеживать качество повышения квалификации учителей уже после того, когда они уходят из стен институтов повышения квалификации. В прошлом году курсы повышения квалификации у нас в области прошли 500 педагогов. На пленарных и секционных заседаниях будет анализироваться и содержательное развитие этих учителей, чтобы понять, насколько действенна работа института повышения квалификации. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й, Карагандинский.